Добрый всем день. Погода сегодня не ахти какая, теплая, солнца нет, поэтому займусь утеплением грядок и наших посадок. Конструкция почти всех парников идеально проста. Каркас в основном из труб и покрытие, которое надо чем-то закреплять на каркасе. В магазинах, конечно, продаются разные крепления, но они либо рассчитаны на толстые трубы, или наоборот, на тонкие. Да не стану я мучиться, сделаю крепление из подручных средств. Беру обычную металлопластовую трубу. На ней обычно пишут наружный диаметр. Но мне нужно, чтобы внутренний диаметр трубы был такой же, как внешний диаметр трубы каркаса. Труба идеально подходит. Дальше отмеряю 1 сантиметр и режу трубу вдоль. Ну а дальше все супер просто. Ширина крепления по вашему усмотрению. А если в хозяйстве нет резака для металлопластовых труб, да можно разрезать и ножовкой. Я приготовил 1,5 десятка таких зажимов и думаю, что этого хватит. Все идеально подходит, крепление просто надежное. Если труба каркаса немного меньшего диаметра, можно сжать изделие, и все супер подойдет. Попробуйте это сделать, вам явно понравится. А сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем удачных летних дней. До свидания. До новых встреч.